Я вас приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Растеряева. Я из Киева, Украина. Я художник-педагог и уже 16 лет преподаю рисование для взрослых и детей. И мне очень нравится вдохновлять людей создавать картины. С радостью смотрю в эти глаза своих учеников, которые стремятся к новому, которые хотят нарисовать что-то интересное, которое для них греет душу, которое их вдохновляет. И я вместе с ними тоже развиваюсь. В мою жизнь вошел портрет. Я увлеклась этим жанром. И мне всегда было интересно, как художники передают сходство, как художников получается передать именно характер человека. И именно эту задачу я поставила перед собой для того, чтобы написать портрет. Портрет моих родных, близких, любимых, бабушки и дедушки. И это целая история. История жизни этих людей и история написания этой картины. Это те люди, которые были для меня первыми учителями. А вместе с дедушкой я ходила к нему в гараж и наблюдала, как он мастерит, как у него разложены везде всякие баночки, всякие на крючочках какие-то вещи, какие-то инструменты. И в этой атмосфере я тоже набиралась опыта. Мне давали крутить гайки и болты, и я вместе с дедушкой это делала. И именно дедушка мне передал такую способность изобретательности, способность создавать своими руками что-то неповторимое, что-то интересное, индивидуальное. И я очень благодарна за это ему. Моя бабушка, она научила меня вязать, шить, вышивать, крестиком вышивать, гладью. Она учила со мной буквы, а также читать. И это мой первый учитель по анатомии. Когда она разделывала курицу для супа, я всегда была рядом. И мне было очень интересно посмотреть, что внутри у этого создания. И бабушка мне всегда рассказывала, как называется орган, как он функционирует, для чего он. Эта композиция собиралась по частичкам. Мои родные подняли всю картотеку фото. Чаще всего эти фото были черно-белые. Когда писала картину, я вспоминала их образы, их фигуры, их тела, их манеру. Платье такое было у бабушки. А вот подтяжки дедушка не носил, но я их добавила для того, чтобы был очень интересный образ. Благодарю свою маму, которая на всем протяжении этой работы меня поддерживала, и я у нее брала советы. Я всегда ей звонила и говорю: «Ма, ну посмотри, пожалуйста». А дедушка улыбается: «Ма, посмотри, пожалуйста, а бабушка похожа». Картина называется «Продолжение». И именно в этой истории были посажены зерна, которые есть во мне. И только за мной остается выбор, каким зерном прорасти. Я благодарю конкурс Golden Time Talent за предоставленную возможность показать свой талант всему миру. Я желаю всем участникам проекта, всем организаторам, зрителям красивых историй, которые наполнены любовью. До новых встреч!